первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, встретилась с коллективом клиентской службы Социального фонда России в Одинцове. Главной темой встречи стало подведение предварительных итогов реализации программы «Подмосковье. Территория перемен», в рамках которой решались вопросы, собранные в народную программу партии. Большая работа на всех уровнях велась по поддержке участников специальной военной операции на передовой, членов их семей, а также беженцев и временных переселенцев из новоприсоединенных территорий. Для этого в Московской области была запущена программа «Доброе дело плюс один». Также участники встречи обсудили подготовку к выборам губернатора.